У нас продолжают деревья расцветать в Бендерах. Я говорю через маску. Это сирень. Как вы видите. 25 апреля сегодня, 2020 год. Нам продлили карантин до 15 мая, это было когда на вчера, в наших СМИ. И еще больше 3 недель мы будем на таком карантине. Ну, посмотрим, как все сложится для нас. Ну вот так вот.